Друзья, всем привет! Мы находимся на птичьем рынке. Ярмарка, город Кропоткин, Краснодарский край, улица Речная, 6. Пойдемте посмотрим ассортимент, узнаем цены. Попугаи, канарейки. Может, голуби будут сегодня, посмотрим. Вот адрес, улица Речная, дом номер 6. Пожалуйста, записывайте, приезжайте. Сегодня нас встречают на входе еноты. Это ж енот-полоскун, да? Угу. Вот так, пожалуйста. Наверное, сытые, да? А, вот. Организм растущий, молодой. На номер телефончика скажете, может, кто обратится, позвонит. Давайте продиктуем. 8-960-463-86-80. Все, друзья, кому интересно, обращайтесь. Ручные домашние еноты. Я с Армавира. Друзья, вот красавцы павлины. Ценники примерно 7-8 тысяч, так цена договорная. Ну да. Здрасте. Почем у вас в этом году лукошки? 250 рублей. Лукошки 250 рублей. Приобретаем, пока есть. Осталось немножко, тут их 6 штук осталось. Утром гора была. Вот такие красавцы. Здоровые. Это помесные, это чайка белая. Да. Нет. Друзья, сегодня большой выбор. Молодежь, бледноголовые, розелы. Это у вас, наверное, разная кровь. Здесь одна семья, здесь вторая семья, да? Нет? А с одной семьи просто по два сидят. И почем такие? Для публики. Просим 5. Просим 5, да. Просим 5. Здесь карелы. Красавица. А вот здесь детки занимаются карелами. У них в этом году хороший урожай. Это у вас вывелись все ваши, да? Да. И почем ваши карелы? По 2. По 2, а розелы? 4500. Да все молодежь, да? Да. Папе привет будешь передавать? Да. Помашите ручкой папе. Все. А привет папе передай. Привет, папа. Все. Он потом до вам посмотрит, узнает. А по возрасту сколько вот этим карелкам? Ну, это надо... Месяца два, наверное, да? Ну, прям смотрю, как раз самое сейчас приручать. Вот, пожалуйста, кто ищет молодых карел, ярмарка, Кропоткин. Ну, такие красавцы, выбор есть. А может, скотч вот такой? А я им специально... А что это за порода у вас? Вкусная. Цицарочки маленькие. Сегодня большой выбор разных птиц. И вот даже клеточки, смотрите, какие есть. Первый раз такие сегодня вижу. Кормушки большие, заводские клетки, железные, поддоны пластиковые. Вот такие вот амадинки, молодые, месяца три, наверное, уже ценник 300 рублей. Кто много берет, 250. Западки двойные есть. Ну и клеточка, куда сажают пойманную птичку. Вот здесь сюда садят подманку. Вот это открывается. Здесь сидит манная птица. А сюда, соответственно, ловится. Вот такие вот западочки. Питер, привет. Игорю большой привет. Сегодня сезон красивых цветов. Вот видите, цветы разные. Пожалуйста, кто увлекается цветами. Любые, можно сказать, цветочки.
Еще Карелы, молодежь. Сезон Карел открыт, можно сказать. Волнистые молодые. Вот еще волнистые молодые. Ассортимент есть, можно сказать. Сейчас у нас 9 часов утра, и птички, в принципе, еще хватает. Кролики, малыши. Большой выбор курочек разных, уточек. Это вот гуси, гусята. Так, большой выбор у нас сегодня, поилки есть. Можем почтой отправить. Это вот моя витринка здесь небольшая. Вот такая клеточка есть, цвет орех. Орех. Кому надо, пожалуйста, обращайтесь. Здесь можно гнездышко повесить, можно ванночку повесить. Ну, а это, естественно, центральный вход и кормушка. Вот так. Все, цвет орех. Пишите на WhatsApp, номер телефона высветится на экране. Оператор сделает, пожалуйста. И по этому номеру WhatsApp пишите, с каждой клеткой в цвете орех. Я вам эту клеточку почтой пришлю. Ну, а так осталось еще немножко. Переносочки вот такие есть небольшие, очень удобные. Ну, в принципе, все. Пойдем дальше. Друзья, вот такая вот установка сегодня приехала. Охладитель жидкости, молока, воды, пива. Вот номер телефона. Обращайтесь. Кто пошел уже, кто не пошел. Розовый, красный. Не зло, блядь. Сели и сели. А вот она масса, это дерево ее. Нет. Она у меня фейка ест, знаешь как? Она из желтокурса. Волнистых. Снова большой ассортимент. Вот западок новой конструкции. Дверка расположена. Видите, сверху немножко приподнята. Вот сюда садится птичка, и это все дело закрывается. Вот так, видно хорошо. Здесь тоненькая леска, что ли? Да, леска. Капроновая какая-то. Здесь Амадине 350 уже. Вас, друзья. Это вредина, она как бы, ну, любительница бутылки, короче, молоко попить. Мы более такие вот сами. А потом чем кормим? Каши варим, да, головы покупаем, шеи там. Сегодня хороший выбор корма, ассортимент есть. Можете, кто любит корм делать самостоятельно, приезжайте, берите корм, делайте своим птицам самостоятельные смеси. Вот тут, пожалуйста, есть и грецкий орех, кто держит крупных попугаев. И нут есть, рапс есть, сафлор. Вон там сафлор белый, в общем, большой ассортимент. Это будут как серебристые, да? Да, это вот такие. Ага. Ну, не знаю, они красивые. А почем такие цыплятки у вас? 250. Ну вот все. Взрослая самка. Вот взрослая самочка розовогрудая. 2,7. 2,7. Номер телефона скажите. 818. 8918. 39. 39. 200. 200. 36. 36. Вот, пожалуйста, хозяин дал свои координаты, обращайтесь. Большой выбор, бесчуких карел, молодежь.
кто интересовался, у меня в группе спрашивал. Скажите номер. 8-918-370-9308. Это вот все 800, молодежь. Да. Цена комфортная, как говорят тут. Ну вот еще молодежь, розелы. Кокарики где? Вот они. Желтолобые? Да, пара. Вот, пара желтолобых и одна голубая самка. Самка годовалая. Желтолобые в какую цену? 5 пара. Пара 5. А этот? Это годовалая самка 4. 4. Все, идем дальше. Поэтому я эти все желтолобы. Не прошу, как другие самки. Почем у вас карелы? 2. Мне 2500. Мне 2500. Спасибо. По-братски. Карачао-Черкесия. Все. Друзья, при выборе канареек будьте внимательны, смотрите, чтобы птица выглядела красиво, чтобы вам нравилось. Для любителей кроликов. Миша, видишь, какие красивые голуби сегодня? А ты говоришь, птица бала. Голуби есть, хозяин отсутствует, но голуби есть. Сколько такой кролик стоит, ребят? 1500. Как порода называется? Рекс. А, это рексы. Красавцы. Ну, цена разная бывает. От возраста, от окраса. Ну, 500 рублей месяц жизни вообще. Ага. Посадим сирень под окном, жечь ведьму за беду. Хорошо, я буду звонить. Как родились, как у вас в этом году? Какую цену кинорочек ваш? Ну, 3 прошу. 3. Вот кинорочек молодой. А, год и 2 месяца, 3000 цена. Да. Пожалуйста. Друзья, вот еще большой ассортимент кормов. Пожалуйста, это для тех, кто интересуется, чем кормить, где брать корм. Вот можно брать на россыпь, можно брать в зоомагазине, если хотите. Сейчас кинорочка вам показывал, там заводчики были уже люди в возрасте с Новороссийска, поделились опытом, как они разводят, когда они убирают самцов от самочек. Но музыка играет, не удалось мне, конечно, записать это самое интервью, а так было бы интересно. В общем, суть нашего разговора была такая, что когда самка несет 3 яйца, после 3-го яйца можно убирать самца. Раньше нежелательно, то есть их там 5 и все поддержали этот вариант. Ну и, соответственно, вот такие вот дела. Идем дальше. Друзья, пока идем, расскажу сейчас вопрос. Задавал тоже заводчикам, говорю, ребят, вот если плохо кормит самка, что делать? Ну, все как один сказали, это такая самка, это гены, лучше от такой самки избавляться и не тратить время, а выбирать хороших самочек. На этом мое видео подходит к концу.
рад был сделать для вас обзор. Ставьте лайки, пишите комментарии. Продолжение следует. До скорой встречи на моем канале. До свиданечка.